А, 500 рублей. Соп. Я нашел. Господи, я нашел. Дорогие друзья, с вами Лоу Ложка. И добро пожаловать на субботний стрим. Ну, короче, всем привет. У нас идет загрузочка, мы ждем. Самый удачный стрим. О, да, это точно. Обожаю такие трансляции, когда сначала все к фигам лагает, потом еще больше лагает, а потом перезапуска еще больше лагов. Вот. Но по идее сейчас все решится, когда мы делаем вот так. Смотрите, я не заходил в мир, следовательно, должны шейдеры поменяться, потому что, ну, у меня не было никакой прогрузки. Поменялось! У-ху! Я так и знал, так и знал. В любом случае, я думаю, то, что сейчас, учитывая то, что я уйду подальше от дома, мне шейдеры как раз не понадобятся. Но будет страшно посмотреть сейчас без шейдеров на мир. Ну-ка. Оу, как это ужасно смотрится. Не, ну, по крайней мере, сейчас точно никаких проблем не будет в плане лагов, я так понимаю. Ну, шахта вроде бы еще продолжается. Я нашел, господи, я нашел. О, да, новое достижение, шок, сенсация. О, да, 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 да. Поехали. Получилось. Получилось. Новое достижение, неестественно. Yes. Да, блин, отлично. Так, все, сейчас мы сможем сделать зарядник. 500 рублей. Соп. А, нет, я не... Но, знаете, мем, который гуляет, мне нравится. Знаете, вот эти всякие хэштеги Рома, они прикольные. Типа ты как бы понимаешь то, что ты не... Но аудитория уже так свято верит, что ты... Что ты уже не смеешь им перечить. Но как бы не в том плане, что ты становишься... А просто типа... Ну, короче, забей. Не хочу даже говорить, потому что у нас тут зарядник. Вот еще немного кварца. Тысяча, тысяча, тысяча рублей. Хей! Тысяча, тысяча, тысяча рублей. Хей! Привет, Ромашка. Во-первых, распишись на стене. Ссылка удалена. Во-вторых, оцени группу про тебя. Ссылка удалена. И в-третьих, Ромашка, почему ты такой эстетичный, миленький мальчик? И еще передай привет Лизе Перец, Вике Скоркиной, Насте Кусь. Вот если бы не одно предложение, я бы сейчас так хорошо прокомментировал все это и ответил. Так, окей, ладно, распишись. Во-вторых, оцени группу про тебя. Как я это... Не знаю, мне типа это прям не чтобы не то чтобы нравится, когда создают группы про меня. Вот это вот все такое странно. Это все выглядит странно, понимаете? Когда создают фан-группы. А, Виолетта, здравствуй. Я не могу тебе расписаться, потому что у тебя стена закрыта. Вот, да. Стена была бы открыта, я бы, конечно, расписался, но вот так вот не могу. Вот было бы открыто, я бы расписался. 3 недели спустя. Ух ты. Господи, я испугался. А, да, я не ответил на следующее. Оцени группу. Флажка. Так, то есть флаг GK и Лоу Ложку соединили. Окей, окей. Джонни и Рома. Что тут у нас? Ой-о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 й. Ну как я могу это оценить? Ну, Джонни это 100% не нравится. Я к этому отношусь, ну, в принципе, нейтрально. Типа, окей. Есть и есть. Своего рода контент. В принципе, это даже не своего рода контент, а есть контент. А Джонни это не нравится. Такие вот моментики. Такие вот особенно моментики, да. И как бы, знаете, я... некоторые спрашивают, почему я ставлю на превьюшке картинки, где мы с FlugGKM обнимаемся и всякое вот это вот... Ну, вы поняли. Давайте я вам даже покажу. Вот такая вот превьюшка, например. Или же... Да господи, где-нибудь тут по-любому еще что-нибудь такое найдется. Вот такая вот превьюшка, например. Или вот такая... На самом деле, это злит FlugGK, и мне это нравится. Это выбешивает FlugGK, и я такой, поставлю-ка я еще раз такую превьюшку. Ну и, в принципе, такие превьюшки просто красивые. Я не знаю, мне правда нравится такие ставить. Вот, и как бы тут 2 в 1. Побесить FlugGK, ну и, в принципе, просто поставить хороший арт. Такие-то дела. Передай привет Лизе Перец, Вике Скоркиной и Насте Кусь. Лиза Перец, Настя Коркина, Скоркина и Вика Кусь. Я знаю, что я неправильно сказал. Привет вам, Скоркина. Нет, Лиза Кусь, Вика Перец и Настя Скоркина. Привет вам, спасибо большое. Через пару минут. Выкрутился, фух.
Ясно все. Опа, бан! Вот это...